Здравствуйте. Всем привет. Вы снова в Baldur's Gate. Поставьте лайк видео, и мы вам покажем такое, от чего вы просто офигеете. Baldur's Gate, все да, и это тоже, все скрытые мемные моменты, Он показал ролики. такое на стриме. Что все офигели, да. О, идет у нас какое-то сохранение. Что там? Что там? Откройте ворота, мать ворота! Мы никуда ничего не прошли, Ну чё, блин? Гоблины налетят сейчас. Вот-вот. В чем дело? Гоблины на хвосте. Ёбаные гоблины. А это кто такой? А, это дьявол. Что, не узнал? Ты же ему поклонялся 17 лет. В Орске, когда жил. Он по-другому выглядит. Он заодно и мэром у вас работал на полставки. Он по-другому выглядит. Вот так вот выглядит. Он был в черной одежде. И сдавал квартиру тебе. С бородой. Понятно. Пел хорошо. Это был ты. Ты таким баритоном мощным. Теперь опять ты. Ну и квартиры тоже сдавал. Вот есть одна хорошая трешка в центре города. Недорого, два залога всего возьму. Нет. Священники же не риэлторы. А почему священники? А, ты подумал про священников? Нет, я в целом, что священники не риэлторы. Ну как бы. Вдруг ты не знал, что это разные профессии. Ну это можно совмещать, почему? Священник — это так, хобби. Вот дрянь. Нифига себе. А почему? Там мужчину убили ножом. Ну там не мужчина, там гоблины. Справедливости ради. Знаешь, может он в постели и побольше мужчины. Что нам я делать? Я хожу. Ты можешь так, ходить. А где, я где, почему-то где? Не могу ходить. Потому что я хожу. Так, сейчас, давай, вдруг у меня есть какой-нибудь баф на союзников. Наверное, нихуя. Приворот гуманоида. А, как ты думаешь, а может приворожиться? Это гоблин гуманоид или нихера? Ну, нет, наверное, он не гуманоид все-таки. Блядь, жалко. Метнуть. Мы ж... Хотя, блин, смотря какие люди... Смотри, есть же монголы, да? Они же тоже, как бы, ну... Похожи на людей. Так и здесь, и гоблины, может быть, похожи на людей. Ну, сейчас попробуем на всякий случай. Раз уж мы до этого не пробовали эту... А он у тебя не дотянется. Дотянется? Ну, вот давай. Он. 56, 49, давай, 56. Давай. Опа! Я его приворожил! Приворожил? Ну, посмотрим сейчас. Погнали. Так, ребята, которые пришли на стрим... Все те тысячи, сотни тысяч, так как не сходило. И те миллионы, кто не пришел, да, кто пришел, но придут позже. Нихера себе. Ну-ну, заканчивай мысль. А, вы можете писать, когда мы будем выбирать диалоги, вы можете писать свои варианты, и мы их обязательно учтем и их напишем. Ну, то есть, даже если вы скажете там, не ебитесь с огромным медведем, то мы не будем этого делать. Но я думаю, вы такого не скажете, потому что, блядь, мы вас тогда... Ну нет, я не знаю, там мы будем ебаться с медведем, не будем. Или мы все-таки достримим, блядь, то что... Так, ну давай, ходи. Я хожу. Огненным снарядом сейчас пульну. Какое есть? Вот это прикрепленное, да? Это мой! Давай ближнего тогда от этого. 1-10. Причем, я, кстати, не увидел. О, промах. Приворожился, не приворожился, блядь. Ну ты что-то там сделал, а время покажет, насколько хорошо. Ну твой еще стоит, да, привороженный, да. Якобы. О, а это что? Это дьявол, но он за нас. А, прекрасно. Цветок получил от него поддержку. У сатанистов есть свои преимущества, за нас дьявол. Я гоблинов хотел соединить с какой-нибудь популярной религией, но понял, что... Может... Это гоблин, это который Дмитрий Пучков. Ну да, да. Категорически вас приветствую! Что, пульнем тоже? Давай. Вот сюда? Где? Где? Это мой, по-моему. Твой, хорошо, не будем трогать. Вот этого. Буяк. Фу. Снял-то. Одежду какую-то, блядь. Больше разговоров было. А ты не можешь управлять еще какими-то персонажами? Могу, но, наверное, ты ими управляешь. Ну, давай сейчас проэкспериментируем. Мы можем разделить просто. Четверо в отряде. Двое у тебя будут, двое у меня.
промахнул. Чтобы уже как-то оттачивать специализацию на конкретных спецназах. Я думал, ты сегодня уже отточил за весь день. Не, я-то отточил, но... И мочи, чё ты? Ваш ход. Получает поддержку. Сложная местность. Так, а чё ты это? По-моему, он не приворожился нихера. Нет? Ну, знаешь, как говорят, бьет, значит, любит. Он, конечно, продолжает бить нас, но уже совершенно с другим контекстом. Уже по попе. Игриво. Но дамэдж наносится. Игра все равно засчитывает. Полоску ХП отнимает. Приворот гуманоид. Да хватит уже, уже одного приворотил. Не давай ему атаковать вас. И вы получаете преимущество при проверках харизмы в диалоге. Давай превращайся уже в кого-нибудь. Создание пламени. Принимай Азверин. В кошку, например. Да кошка там всего 2 хп. Ну так вот, может, нас с этим в тапке деморализует. Так, понятно. Я ну, кстати, на маленьком телевизоре, на сплитскрине, тяжеловато играть, честно говоря. Вот на полном, в принципе, еще нормально. На полном животе. Да. Прыгать. Только за большие деньги. Женщина готова. Нет, по-моему, нихера, блядь, не хватает. Ладно. Что у нас осталось превращение, да? А, блядь, я не метнул эту херню. А не в кого? А вот этот мужчина наш? Нет, по-моему. Может быть, можно... А ты не дометнешь через камень. Ну ты можешь, не знаю, баф какой-нибудь сделать на союзе. Вот еще стоит наверху, смотри, какие во! Разведчики. О! Во, давай. Погнали. Во, хорошо, поджег. Восьмерка пошла. Все, конец. Получи, фашист, гранату. А попробуй переключиться вот на эту, на тетечку. Думаю, на как? Орчиху, а я сейчас уберу с нее фокус. А ты L2 нажми, выбери ее. Нет, не можешь? Вот я не... Стиком. Во, нет. Во, и Лазиэль вот эту выбирай. Ага. А нет? Нифига. И нифига. Фу. Нет. Нету даже кнопки такой. Ну и в настройках я шарился, нету. Ну, жаль, конечно, что мы их поделить не можем. Можем их уволить и бегать в отряде вдвоем. Но мы можем просто там всеми подряд мочить, да и все, господи. Ну ладно. Мочить, чем мочить, да. Гоблин-драчун. А и чё, отсюда в недосягаемости, почему? Хорошо, давай пульнем тогда. Помеха. Промах. Здорово. Понятно, но у меня, смотри, есть порыв к действию, еще раз она действует. Давай теперь тогда херанем вот этого. А, он да. Мертв? Да, ты убил его с одного, да, вот, сваншотил. А там еще у него есть товарищ, и я его сваншотил. Хорошо. Там кто-то масло разлил, там Аннушка шла и разлила масло. Где? Вон, а, вон масло. Масло. Неплохо. Аннушка, ну зачем? Стреляй в огненным снарядом тогда. Хоба! Опять промах, что ж такое-то? Ну далеко, наверное. Только я и подхожу. Видишь, она по маслу не хочет идти. Говорят, что идет как по маслу, а она по маслу как раз говорят, не идет. Говорят, что идет как по маслу, блядь, туда не засунешь ничего. Ну, во-первых, это муравейник. Во-вторых, он в музее был. Бля, зато после муравейника какой огромный становится, блядь, прибор, который бы туда не засовывался. Да, любой прибор. И с кисловатым привкусом таким. Любо-дорого в рот любимой женщине дать потом. Особенно после муравейника. Особенно, если она роллы ест. Нет места, блядь, соевого соуса туда. Это кто? Гоблин-буяк. Ну давай его уже забуячим, ну-ка. Я пока не могу, ты их возьми. О! Хорошо. У-ху. Ого, хорошо. Он по маслу, видишь, не хотят идти. Твари. А, вот у нас еще волк один остался. Это варк, во-первых. Во-вторых, да. Ну нет, еще вот гоблин какой-то. Ну сейчас его загандошит, мне кажется. Ну если не они, то я. Вот так вот. Хова! На, опром. Какая... Так. Параша, ну-ка, а ты можешь? Терновый хлыст. Можешь, ну-ка, ты, давай. Брызги яда. Шадухард. О, да, хорошо. Так, брызги яда, нифига. Больше нет никого, что ли?
А что у нас? Повалить. Прыжок, разговор. Разговор с животными. Самое время. Слышь, Варк, я тебя, блядь, по-человечески прошу. Уйди. Где он? Зачем вот тебе это? Это не твоя битва. Тебя дома ждет жена, дети. Зачем? Ты зачем пришел? Ты получил повестку, ты из-за этого вот к этим гоблинам присоединился. Тебе это не нужно. Лепи, иди, чебуреки. У тебя дядька из Саратова завтра приезжает голодный. Мы тебя сейчас убьем, кто его встретит? Никто. Зачем тебе это все нужно, Варк? Вот... Если бы это была игра года, такую херню тут можно было бы сделать. Здесь я вообще, вот я поиграл уже довольно долго, я пока не понимаю восторгов по поводу Baldur's Gate, что типа, о, это революция. Ну, во-первых, если кто играл в Destiny, вторую хотя бы, то это не революция, а эволюция, по крайней мере, от Destiny. То есть та тоже игра была хорошая, и это там... Но там же кубика не было. Тогда да. И бои, а ты из этих, из кубикофилов. Ну тогда. Я говорю, что ну во всем они какие-то фишечки улучшили, но глобально, прям такого, что это прям вообще лучшая игра на все времена, ну, наверное, все-таки нет. Но игра приятная, тем не менее, неплохая. Пока ее дрючить не за что, ну и таких прям вау-эффектов. Ну, по сравнению с той же Destiny, она не вызвала пока. Ох, ё-моё, у меня сколько всего тут. Сейчас, секунду. Ребят, смотрите. Прибарахлился. Тут есть, оказывается, гоблинский скип, боевой посох. Или у меня он и был. Короткий да, лук. Да. Легкий арбалет. Ну давай, я тоже лут посмотрю. А вы можете пока посмотреть, что у нас тут. Не, у нас херовый лут. Имеет смысл только на зеленый, на синий лут обращать внимание. Остальное все это... Это компромиссы. Ты имеешь в виду, например, друидский кожаный доспех? Не-не-не, он прям с зеленым красивым фоном такой будет. Вот как свиток у Shadow Heart с зелененьким фоном снизу. Если ты пролистнешь, увидишь. Ага. Все, понял. А если не пролистнешь, соответственно, не увидишь. Блядь, логично. Да. Стильные сапоги! Ну, да, она уже КЗО использует. Она уже использует. Слушайте, ну естественно. У нас пока уже ничего интересного нет, но... А, с другими... Во-первых, нам надо обшмонать их, да? Мы же не обшмонали. Смотри, такая битва была. Так вот, я обшмонал. Ага. О, ну не все. Во, вот это перчатки. Вот это перчатки. Хорошие. Блять. Зеленые. Они мне, может, еще не налезут. Перчатки силы. Необычные. Ловкость рук. Ну, я возьму. Я возьму. Надену. Вот такие вот зелененьким фоном красивые. Их стоит и подбирать, и драться за них. И т.д. и т.п. Пойдем. Сейчас вот этого еще возьму. Роща. А, пусто там, сука. Смотри, как я прыгаю красиво. Просто как будто был создан для этого. Как будто был создан играть все женские роли в «Осторожно, модерн». Ну, не все, почему-то. Ну, женские роли таких этих, тёщ и жён в «Осторожно, модерн». А Нагиев играл обычный... Сосочек. Да, сосочек. Что там у нас происходит? Тут дети! Болван! И что нам? Подыхать было. Их прямо к нам привел. Да еще позвольте... Рехнуться можно! Так, подожди. Ну что? Бард убеждения у меня есть. Это сразу... Нет, это нет, то, друзья. Что мы одолели целое воинское гоблинов. Вы двое самые настоящие герои. Засоситесь. О, и бросок кубика. 15. Ты думаешь, это что-то даст им? Вот я просто интересно. То, что Бард убеждения... Ну, не получилось, но мы сейчас сможем еще раз бросить. Повторный бросок есть. Но у них лимитированное количество бросков. Вот, сейчас прошел. Да нет, можно было их обоих замочить, да и все. А ты что за хрен с бугра? Язык придержал. Ну, во-первых, не хрен, а пизда с бугра, если ты не разглядел. Да, но нет, но ты же вроде как бы мужчина с женским телом. Я чистая женщина. А, чистая женщина. Генетически идеальная эльфийка, без всяких примесей. У меня это к тебе вопрос есть. У меня я вам напомню, да, что это мужчина, ну, тестостероновый брутал, но с вагиной. Так, подожди. Так, кого-то ударить можно. Запугивание, давай. Давай, запугаем. Что ж. 20! А, класс сложности. 10, да. Херня. Запугаем сейчас. Сейчас запугаем на первый раз. На блин! Это Сергей Рост, так же, как я поднял свою футболку. Да-да-да. Ебать, прекрати. Что это? Гоблин. Где то, что должно быть? Возможно, сюда идут... О, там они что-то... Меня!
Можете меня еще подлечить, ребята. Открыть. Ну. О, деревянный ящик, ну, картошка. Пизди, конечно. Ты берем, ну. Если, кстати, предмет красным подсвечен, то мы, это будет как кража расценен, и от стражи мы, стражи будет расстроены нашими действиями. Это как курицу украсть в Скайриме. Арон, поговорить. Беженцы из Скайрима. О, это же такой же, я могу с ним. Твой. Мы годами не видели чужаков. Рад знакомству. И спасибо, что помогла отпить гоблинов. Помогла. Так, стоп. Я мужчина. Я гендерный. Может быть, половым признан, по половым органам я женщина, но гендерно я мужчина. Чем тут решают органы. Опа. 264 всего. А у меня сколько? Ни хера, блядь, нет. 24? Класс. А я могу продать фигню? Или тут можешь картошку нет? Продать, да. Не, картошку же надо оставить, чтобы это... Продай череп за один. Начищенное ожерелье. Гоблинский лук продам. Еще. Это что? Не знаю. Вдруг боевой посох мне нужен. Вдруг наскребешь. Я пока сбегаю, посмотрю, что тут есть. 3-8. Дальше. Кто-то тут спорит. Ролан какой-то. Ролан. Я пока по квесту. Жаболюдский вороночник. Кто это у нас тут? Квест какой-то есть. Найти Зору. Ну давай найдем Зору. Мужичок пожирателя интеллекта. Ну ладно. Да не остановит тебя. Вантус. Хорошо, не надо. Пускай не останавливает. Вантус это один туз? Лия. Что-то мы как-то там мало общаемся, мало тут. Вот-вот мы идем общаться. Подожди, я... По квестам идем. Я куда-то, блядь, не туда зашел. Клянусь глазами, кровь моего друга недостаточно. А, он испугался эту гаитянку. Ой. Деревянный ларь. Взять все. Это чудовище с тобой. Это, хотя я, Сергей Рост, еще не подошел к нему. А он уже говорит, это чудовище с тобой. Сейчас смотрим. Здрасте! Мы заставляем, понимаешь, что делать? Склониться демона, поклониться вот этой орчихе. Ниже, ближе. А это она сама заставляет? Да, она заставляет. Дождаться, чтобы подчинился, конечно. Да, у меня сейчас нахуй это. Шишка задымит, блядь, да? Дождались. Здесь она даст полезать ему свой сапог. Ты видел других гитов? Он говорит, я видел только зитов. Юлу брюхо насквозь, лезвие аж со спины вышло. Там брился неудачно, и лезвие со спины вышло. У меня такое было только в прошлый вторник, два раза. Я спину брил просто. Неудачно. Ну, не себе. Жене. Если бы. Ребенку. Ребенку. Блин, у него такой уровень тестостерона, там это 120. Цыганского ребенка встретил, он 5-летнего, там шерсть. Цыганского ребенка 27-летнего встретил. Брил ему спину за деньги. Ну, я ему заплатил. Ну, да, я говорю, такие странные фетиши у людей. Ну, ты просто этого не делал. Как ты можешь осуждать? Берем. Подобрать. Так, и что дальше-то? Оп. Открытый ящик, так уже все взяли. Искать патруль. Открыть. Стеклянную чашку берем. Я отыгрываю, понимаете, я это, пиздец, ДНДшник и... О, нам что-то хочет сказать это, наша спутница, гаитянка, поговорим с ней. Податливый. Податливый. Вот у них уже конфликт, видишь, у тёлочек. А-та-та-та-та. Дикий облик, барсук. Прикольно. А ты можешь в образе брошака поговорить с кем-нибудь? Сейчас. Так, с кем можно? Слушать пока. Вот сейчас пойду сюда. Он такой жопастый. Ну, прикольно. Ты ведь на самом деле друид? Незачем выделываться, я и так знаю, что ты тут главный. Ты не можешь говорить. Это он мне типа сказал, незачем выделываться, что я стал брошаком. А у тебя есть навык барсучества? У меня есть навык закапывания, смотри. Ну давай. Сейчас. Мощь. А, ты просто пролез туда. Ну, то есть можно через какие-то объекты... Когти, отбросить дикий облик, спрятаться от врагов, успешно проходя скрытность. Так, подожди. Ты же можешь взрыхлить землю, вскопать, и мы картошку туда можем посадить.
Через какое-то время на прополку прислать. Мы уже подчинили вон одного демона. Заставим его полоть картошку и так, копать. Так, а потом. Я хочу прыгнуть на вас. Сейчас попробуем. Я смогу прыгнуть вот сюда? Достаточно места. Вот сюда. Вот сюда, ладно. Блин. Блин, ну какой же он... Ну вы посмотрите, какой клёвый. Смешной. Так, мы что-то поговорили там, я ничего не понял, честно говоря. Но там... Всем насрать, там все, ничего, все смотрят на правый экран. Ничего важного нет. Но иди вперед дальше, вот туда, давай поговорим с кем-то. С ключевыми, с какими-то людишками. Эй, это, привет! Да, дальше еще. Ребята, привет, они такие, ебать, это же огромный барсук. Умоляю, пустите. Упс. Он блин, сам сбросился, да, видишь, да, катсцена да. сбросилась. Отпустите мою душу там немедленно. Просто, а, с медведя ему можно там превращаться, а тебе барсука нельзя. Это друидская дискриминация какая-то. А это разве не в лагере? Магран говорит. Вот-вот, я говорю. Он, блин, а теперь ты барсук стал. Шагу не ступишь, чтобы не наткнуться на какого-нибудь зверя. Смешно. Да. Так, я хочу говорить с медведем. Давай, давай. Поговорить. Ты не можешь говорить. Блять. Подождите. Подожди. Хочу поговорить, вдруг у меня будут эти... Для своих каких-то диалоги реплики. Для своих, да. Отбросить дикий образ. Диалоги о животных. Опа. Ой. Чужачка служит Зевлору. Так, напали, что ли, на нас? Время пришло изгнать чужаков. О-оу. Простите. Что произошло? А что за фашизм? Ой, а они тут это, что-то не поделили, короче, походу. Ты начал гражданскую войну просто превращением. Короче, в этом месте могло бы быть по-другому. Да. Этого всего можно было бы избежать. Но так как... Я думаю, они просто барсука-ненавистники какие-то. И так как эта игра, вот Миша сказал вначале, что она типа, ну, такая, но так как ее можно пройти тысячами способов и вся фигня. Это да. Ты проходил, наверное, может, как-то по-другому, но сейчас, походу, надраться с временная враждебность. Существо сознания, когда вы вернетесь позже, оно может... Ой-ой-ой, все, не надо, это... Не надо быть временно враждебным. Так, это что значит? Мне разговор... Мы можем просто конец Бой, хода ты сделать. Смотри там сколько этих. Просто сделай конец хода, это не наша битва. Мы можем просто, мне кажется, постоять, пока они пройдут. А можно я отойду хотя бы? Бесконечные толпы животных. Не, я не буду больше да не надо, превращаться. Не надо, ничего давай. Так они нам сейчас... Так они меня сейчас убьют! Ну, придется защищаться. Я до последнего думал, что нет. Здорово. Ну ладно, что. Разговор с животными? Охеренно. Почему я не могу с ним поговорить? Убивай его! Дезориентацию мы сделали. Дезориентация, север. Эй, что там? Да путовый днём сделал. И побежал, смотри, куда, наверх залез. Mm. Петух, блядь. Ой-ой-ой. Надеюсь, этот в огне тоже? Гнида, блядь. Этот поезд в огне. Ну что, давай подожжем медведя. Все силы на медведя потратим. Shadowheart, чем ты нас порадуешь? Тоже давай подожжем. Медведь хорошо горит. Все, я его убил, я его убил. А, он, это он типа перевоплотил? Да. Так, погоди, а может у меня такая же фигня, что я перевоплощаюсь обратно и это, и обратно еще человечком могу мочиться? Нет? Ну, у тебя ходы кончились, да. Пока мы я этого... Я хочу его отпихнуть. Не узнаем. На. О, нормально, атлетика, успех у тебя. Это Мадрид. Не зря лето провел в спортзале, качал отталкивание. На тренажерах отталкивательных специально. С тренером по отталкиванию. КМС. Болгария. Хорошо, что он горит, но плохо, что горю я. Интересно, а если я превращусь в животного, у меня эти очки по-другому... Ну, ХП обнулится? Ну, есть только один способ проверить. Да, конечно. И ты его знаешь.
Вот этот гнида, мне не нравится, что он убегает и оттуда, блядь. Мне не нравится вообще, что мы в эту битву... А что она началась вообще без каких-то вообще причин, мы не выбирали никакого пункта. Ты просто зашел в облике зверя, и, видимо, ты опорочил каких-то там этих их идолов сраных, божественных. Хотя, блин, там превращались все, кому не лень, в медведя. Типа там монополия на превращение или что? О, мина Райола. Я убил Райола. Райола умер. В курсе? Ну, только что. Приятно. Приятно слышать. Я в кислоте. Я тогда, пожалуй, двигаться не буду. Она, по-моему, при движении наносит урон. И кто у нас тут остался, ты увидишь? Вот медведь вот это слева и справа еще. В смысле, где медведь? А, вот этот? Не-не-не. Вот этот чувак, да-да, он. Ну давай. Недостаточно. Давай мы его огнем тогда. Аккуратнее только там. Барсучка не спали. Да ну не должен. Хорошо. Точечно. По кислоте пробежался. Ай, больно. Не бегайте, дети, никогда по кислоте. Особенно. Особенно в Санкт-Петербурге. Так. Вот он гнида куда убежал, а? Так, а я пойду тогда у вот нас уже, мочить. Кстати, дохнет наша Лазель. Как бы ее полечить? Вот у нее второе дыхание есть. Давай. О! Давай мы дистанционно его укокошим. На! Критический промах. Очень промазала. Очень сильно промазал. Я не вижу, кто еще остался. Вот он, вот он. А, вот он. За чертополохом там он притаился. А вот он сюда подушит. Что он за черт такой? Какой негодяй. Сейчас мы его снимем прицельным Я его могу укусить. Бардовской стрелой. Стреляй. 15, ничего себе. Критический удар. Хорошо. И я еще куснул. Сколько осталось? У него 7 всего. А, место вне досягаемости. Ладно, тогда вот это укуснул. Давай я похилюсь. На, 8. Умирай, умирай, туча, умирай, туча. Давай, где остался этот еще? Тот, надо кого-нибудь одного хотя бы добить. Где ты? Оп. Он умер уже? О, нет, умер. Он вот тут, вот он вот стоит на этом. Не, второй Магран. Да, это я его убил, все, остался вот этот чувак. Классно, 3 у него осталось. Я не могу туда в барсуке зайти. Он так удачно. Да сейчас мы его допульнем, да господи. Вот, сейчас его, наша орчиха. Ну-ка, троечку снимешь? Промах. Ай-я. Даром, что орчиха. Высокие технологии. Лук, стрелы, прицел. О, он превратился свинка, в кабана. Свинка Пеппа. Ну, держись. Давай мы зажарим. Критический урон, 13. Жареный бекон. Хорошо. Все? Ну, теперь его надо еще в человеке. А, единичка у него, единичка. Все, да. Ура. Шмон. Что хочу сказать. Так, без меня не шмонайте, я отрасу. Мина. Жирона. О. Да, ну у них неплохое. Плохое оружие было. Сохранимся. Так, и чего дальше? Будет ли нас на выходе поджидать... Яблоко с собой носит. Будет ли нас на выходе поджидать какая-то битва? Или мы можем пройти вот здесь. Так как мы все покоцанные, давай мы вот так вот короткий привал сделаем, восстановимся. Ага. Просто чтобы... Вот я чувствую, что... Пойдем к нам на лифт. Сейчас. Чувствую, я что там... сейчас конфликт может продолжиться. И, кстати, пока мы тут стоим, надо нам апнуться. У нас же у всех левел поднялся. Что нам в следующей битве очень помог. Что? Жет. Что там, да такая тяжелая? Да я не знаю, у меня же по-другому все было. А. Это теперь как первый раз все. Порыв. Я понятия не имею, что будет дальше. Мне это очень нравится. Тундра. Получить паралич гуманоида и шипастую поросль. Поэтому... Побережье. Пустыня. Расплывчатость и тишину. Будем готовиться ко всему. Лес. Дубовая кожа и паралич гуманоида. Невидимость. Взять невидимость, как думаешь, или фигня? Кислотная стрела. Я лучше кислотную стрелу возьму. Пригодится. Подземелье. Паутина и туманный шаг.
Горы, зеркальное отражение шипастой поросы. Ну, что я больше люблю? Побережье, наверное. Зеркальное отражение, туманный шаг. Давай луга возьмем. Ой, ёлой, подготовленные заклинания. Так, а у меня вот есть уровень 2 уже. Низшее установление. Защита от яда. Пылающая сфера. Ого. Усиленный прыжок, по-моему, в итоге не пригодился. Я так и не понял, как его делать. Очень странно, что не дают второму человеку поиграть за наших этих саппортийцев. Это прям... Я надеюсь, это пофиксят в каких-то дополнениях других. Потому что ну, это может, очень нелогично. Не поняли. Не-не, вот Divinity, ну, может, мы не поняли. Divinity во второй, это точно можно было сделать. Почему нельзя тут? А, я знаю. Сейчас мы все сделаем. Как хорошо, когда кто-то знает. Ну, я догадываюсь. Да, выбираю у него что угодно. Мы пока поехали. Смотри. Мы приехали, да? Да. Ты должен убрать, наверное. Да, я должен вот это отцепить, разделить, а ты теперь должен зайти и ее к себе прицепить. Ее выбрать. Порчиху. Да, сейчас. Стиком. И нажать сгруппировать. Не жмется? А ты разделил, может, он не разделил? Я разделил всех, видишь. Еще раз, давай вот это тоже разделить. Все, они все 4 разделены. А теперь сгруппировать. Че, сгруппировать могу вот так? Нет, тоже не могу. А ты попробуйте разгруппировать. Не жмется вообще сгруппировать? Ну, нет. Ну, по-моему, это баг какой-то. Потому что раньше это так работало. Ладно, мы еще почитаем мануалы. Свободное от стримов время. Пока надо сохраниться и дальше пойти исследовать этот мир. Что на нас напал, конечно, тот мужчина. Так, у меня есть лунный свет, появился невидимость, что еще, бесследный шаг, призывать вуаль теней, дающий вашим спутникам поблизости бонус к проверке скрытности. Требуется умение. Дикий облик. Ой, не туда, не туда! А что там у тебя? Хотел кошечкой быть. По жизни? Да. А по факту? Воодушевляющий вой. Все союзники могут на 3 метра дальше продвинуться. Неплохо. Неплохо. Так, тут тоже ничего интересного пока что. Все разбежались. Ничего себе, там такая битва была, конечно. А вон кто-то стоит, ну-ка давай поговорим. Нападут на нас или нет? Но эти вроде не должны, мы же типа за них. Ну-ка давай. Сколько можно кровь с рук? Ну-ка это месячные, когда пошли не по плану. 17-е сутки месячных идут. Непрекращающаяся рана, которую не залезать, не зашить. Ну ты не пробовал, давай откроем, ты не пробовал прям зализывать, чтобы залезать. Ну чего не было, того не было. Конечно, это такое. Можно и залезать, если попробовать. Если уметь? Да. Приложить достаточно стараний. Могила использовать. Ну-ка, как можно использовать могилу? Когда ты подходишь к могиле, так, рассказчик. Рассказчику, защику. Погребен в грязи. Гитьянки. Внимательно осмотреться и начать рыть землю руками. Уйти. Ну давай, гитьянки. Что это? Ну это вот она. Как... Кстати, почему она у меня выбрана? Как гитьянка главная. Давай землю руками пороем. Нужен инструмент. Есть инструмент? Я посмотрю. А ты лапами можешь как-то? Да вот я тоже хотел. Я вообще ничего не могу делать. Ладно, ничего не будем делать. А, нет. Кажется, это была частная собственность. В другой раз будь благоразумнее или незаметнее. Тебя предупреждение сделали, последнее. Оно же первое. Ой,
Что за мрази, а? Не, ну что ты могилу хотел сказать? Где они там? Ну и что? Какая это частная собственность? У него какие документы? Ну, она родственница, наверное. Так. Здравствуй, мужчина. Нас все ненавидят. Ну, за что? Ну, вы уроды с рогами, чё? Ничего личного, чисто из-за внешности. Может быть, прекрасные существа внутри. Талантливые, остроумные. Но, блядь, выглядят просто как говно. Хочется просто, да, когда видишь эти рожи красные с рогами, хочется хуярить из лука и огнем пулять в бесконечных масштабах в эти рожи. Ну, при всем моем глубочайшем уважении. Рожи. Так. Если я решу тебя прикончить, ты ничего не успеешь увидеть. Такое чувство, как будто полуростик бежит медленнее, чем другие. Не кажется вам так, что ли? Ну, вообще, это... Постоянно догоняю. Ну, иди вперед. Вдруг там ловушки. А я не могу тебя обогнать. О, обогнал. Вообще, это довольно логично. Надо почаще сохраняться, не забывать. Что у нас тут? По-моему, мы тут были. Всех убили. Нет, нет. Мертвые гоблины, мертвые путники. О, золото. Воровские инструменты. О, это очень классно, да, бери. Саперный набор. Нам нужны воровские инструменты обязательно. Дели лечения, кинжал. Ворами быть, как говорится. По волчьи жир. По воровскими жить. Инструментами ходить. Барсучий жир, правильно говорите. О, еще одни. Рисунок гоблина. Детская рука нарисовала три фигуры. Красиво, возьмем. Повешу у себя в спальне. Рисунок гоблина. Ну что, Клим Саныч, как считаете, красиво нарисовал я три вот этих штриха? Пеп, пеп. Пятикратно переваренный кал. А что, Клим Саныч, что сегодня на ужин? Пятикратно переваренный кал. Колин гоблин-буяк. Я знаю, что вы здесь. Пускай выходят. Пускай. Здравствуйте. Засекла нас. Молочага. Я это слово не слышал с 7 класса. Тогда же, когда хуец вот перестали употреблять, тогда же молочага. Мне не нужны неприятности. Давай, нам не нужны. Попробуем пройти. Да, хорошо. Давай. Можно подумать, мне шибко хотелось сидеть тут и любопытных придурков резать. У вас не склалось. Так. Гоблин сидеть на жопе, портки шить. Так, ну что? Убеждение. И летит мудрость. И летит это в голове? Да, который... это паразит, но не хотелось бы использовать, когда у нас есть запугивание и убеждение. Что мы будем запугивать? Давай запугаем, попробуем. Запугаем. Ну, он маленький, да, нас четверо. 15. Ё-моё. Однако ж... Подожди. Ну, нормально. А то, я хотел сказать, надо было волком усилить тебя. Все эти характеристики какие. Так, что он говорит? Стоять, парни, и кажись, с противником слегка просчитались. Ну, не без того. Только нос несут куда не надо. В гоблинские пёзды. Да, сохраним. Да надо было их мочить, я хотел гоблинские сунуть. Вымершая деревня. Водяной насос. Хочу сунуть водяной насос. Не знаю, что. А мне дало это 3 капли воды. Не знаешь, зачем, да? Но чувствую, что так будет правильно. Ну, раз это говорят, что игра тысячелетия, надо все попробовать. Да. Если... Спасти гнома. Сейчас, сейчас. Полетать захотела птичка. Опа. Привязали гнома к мельнице. Со старшим перетирай, не со мной. А, не там, я тебе что, начальник? Так, ладно, а ты где? А вот, слушать. Вы что делаете, мать вашу? Опять проблемы не нужны? Да пускай он катается на аттракционе. Ну, хорошо. Мы что, ебать, герои какие-то, нахуй, или что? У нас задача цель... одна, вытащить, да, из мозгов. Пока. Вот это видишь, уже видишь, это к чему приводит попустительство эти. 1000? В смысле, кит 1000? С ума сошел, кит 1000. Так, у нас сила власть разливается. Ну, понятно. Барт. Обнаружение мысли есть. А где Барт? О, ты. Давай научу, как золото выманивать. Ну, что, прикольно, научим? Давай. Опа.
Даже не сработало. Не пошло. Это интересно. Походу придется исполнение. Ну давай. Последнее. Сейчас исполним. Сейчас ты язык отрежет. Постой! А, 5 всего. У меня я уже бонусами эти 5 покрываю. Все нормально. Может, пропустим? Сейчас раз набрал 16, значит язык отрезать. Это успех. Да ну тебя, весь кайф обломаешь. От нытиков меня тошнит. Я люблю таких, что не сопротивлялись. Проваливайте. Расскажи своей мамашке, как ты за злых гоблинов штанишки обмочил. Ну то есть... Так, подожди, а это... А я могу с ними поговорить? Попробуй, да. Снова? Сейчас мы тебя и закопаем. У тебя просто талант какой-то. Такие ситуации разруливаю. Секунду. Пожалуйста. Я не хочу даже в эти разборки ваши вмешиваться с гоблинами. Ну, придется, ладно. О, смотри, у меня отвратительный смех есть. Давай. Херанем, на кликушу смех. Мы просто хотели проверить. Да. Кто же знал? Нет, никто не знал, на самом деле, да. Это... Это Baldur's Gate 3. Это игра года все-таки. А там еще какой-то... Там и волк у них. Эта битва не будет простая. Это прям сразу понятно. Так, а у меня есть лунный свет. Вы можете переместить луч на 18 метров. Так, это что? Бесследный шаг. Ну, это очень смешно было. Да. Второй конфликт подряд. Ты мастерски просто их находишь. Я всячески бардовскими всеми уловками пытаюсь обойтись без боя, но нихера. Приходит друид, говорит, нет, не для того природа дала мне когти. Зубы. И барсучью струю. Неплохо он меня шибанул. А я вот все-таки хотел бы отойти. Даже не знаю, чем тебе помочь. Ух ты. Не могу уже это сделать, походу. Придется перевоплощаться. Он... Нихера себе. А ты когда воплощаешься, у тебя другая полоска. Да. Ну это прям имба. Ну, пока что не особо. 24 уже мне сняли. И сейчас еще вон там их сколько, смотри. Вот он, Фезерк, надо бить. Ох ты, нифига у нее появилось. Это что, атака с винтом? Давай. Ваншот. Мужчина просто умер. Мощно, а еще дополнительная атака, блин. Нифига она мощная. Угрожающая атака, блин. А вот это что за фигня? Дистанционно. Давай угрожающую атаку. Давай. Где ты? Вот она, кликуша. На. Не, он и так умрет. Надо было на кого-то поменьше, побольше. Класс. Да. Классная тетя. Это а она прокачалась так. Шэду Харта это. Это не Шэду, это Лазиэль. Вот а, Лазиэль. Лазиэль, я не помню. Как ее? Ну, она, кстати, первая, с кем мне удалось переспать. Она довольно-таки прямолинейная. Говорит, привет, я хочу с тобой переспать. Какие-то там, смотри, новинки. Ну давай, дальний бой, у меня какой-то росчерк появился. Гоблин ищейка, давай его захерачим. И чего? О, хорошо тоже. И полечиться. И корова, и волчица. Ну нормально, мы их вынесем. Да, только у меня 9 осталось. Почему-то они все меня мочат. Ну так ты обращайся в нашу религию. А, Шэду Харт, кстати, тоже покоцанная уже. Давай мы ей тоже полечимся. Барсук! Поверь, уши на сук. Нет, да? Жалко. Могу вот сюда запрыгнуть, интересно. Просто ради прикола. О, начинается атака с пинтом, ну-ка давай. Смотри, ну, прыжок, Варку. Давай прыжок. А чё? Блин, так меня сейчас, походу, гасанут тут. А чё не в волка превратился? А там что-то было, что почему-то барсук может... Оп! Может упрыгать просто, может зарыться в землю.
Может, барсук может спровоцировать конфликт и элегантно избежать его. Ну что да, то да. Не без того. Чё, нам не мочканули еще никого? Нет, все на грани. Все на грани. Режущий росчерк, давай мы. Варга укокошим. Укокошили. Блин, она мощно бьет. Да. Неплохо. Опа. Ух ты. Да. Уж. Ну давай. Shadow Heart тоже мочканули опять. Ну ладно уже. Че уже. Блин, промах. Давай. Вот так хотя бы. Хорошо, что мы сохранились. Ну не хотелось бы. Да, не хотелось бы. Хотелось бы победить все-таки как-то. Хочу отпихнуть вот этого мужчину. Эх, он. У нас тем более вон какая есть. Урочья воительница. Смотри, что делает просто. Что не удар, то смерть. Классно. А она еще подлетит. Но ей пока не надо, ладно. Ну что там, у нас один остался. Ой-ой-ой. Два осталось, да? Правильно я вижу? Ну я сейчас умру, походу. Неправильно распределил свои эти навыки. Ну давай попробуем. Оп, промах. Жаль, жаль. И я промахнулся, да. Все. При смерти. Класс. И это тоже при смерти. Может, два. Может, загрузимся? Не-не, давай. Во-первых, у нас есть... Не, у нас нету. Шипастый клубень, во-первых, у нас есть. А что ты не лечился? У тебя же лечилка была, нет? Да потому что я сперва в этом был. Типа в барсука решил превратиться, посмотреть. Он меня из барсука убивает почему-то с одного удара. Я превращаюсь в этого чувака. Хотел его убить. Промах. Ну и все. А, так, а ты тоже не можешь, да, лечиться? Не может. Ладно, так, лазель, давай наша лазель. А, у нее кончились, блин, они лимитные были, ё-моё. Это была магия, и, короче, она ее всю потратила, это не безлимитная штука. Жаль. Ну, с другой стороны... Она мочит и так мощно, конечно. С другой стороны, там все имбовенько было. Оно и выглядело как магия. Ну, тоже неплохо. Тоже гоблин неплохо. Гоблин Кликуша накричался уже, походу. Ой-ой-ой, критический удар. Ой-ой-ой, еще один критический удар. Да. Жестковато. Кто у нас там остался? А этот убитый. Хорошо, давай мы гоблина Кликушу еще раз. У меня тоже это, видишь, магию расходует. На. Хорошо, убил. Остался один. Нет, двое их осталось. Ё-моё. Зачем я обратился к нему вообще? Давай мы полечим нашу Диана. Shadow Heart. Не так. Ой-ой-ой. А, и она ходит. Ну давай уже кого-нибудь сожги хоть, дорогуша. Значит, зачем ты мне нужна в отряде? О, спасибо. Спасибо, мамаша. За огненный снаряд. Второго левла. Десятого дамага. Ну и что? Давай. Последнюю похоронную. Крит дай. Спасти гнома. Давай тебя сначала спасем. Помощь. Ну, помощь. Хоба. Сохранимся. И похилимся вот так вот. И тот даже не отхилился полностью. Исцели существо от болезни, отравления, паралича и слепоты. Понятно, это не то. Исцеление ран. Обшманываем всех. Ну тут ничего интересного у них нет. А где их этот главарь?
Вот он, ферзь. О, у него топор хороший. Угу. Дай тебе топор. Ты вообще с чем бегаешь, с какими-нибудь? Всего. А, ну так, ха-ха. В этом тоже может быть проблема. Даем, попробуй топор. Ты все-таки друид, ты должен как-то это потянуть. О! Нет умения, блин. Но не важно, не важно, он все равно он атаку будет. Боевое оружие и двуручные топоры. Подожди там возле гоблина. Сейчас я тормозну бибику. Где-то здесь, наверное, есть выключатель. Где ты? Вот он, рычаг. Там он возле тебя должен как-то... О, остановился. Вот он. Освободить. Спасай. Освободи меня! И что мне между за это прочим, будет? Между прочим, ты его хотел оставить. Можно бросить его на произвол судьбы. А давай мы узнаем, что нам за это будет. Освободи меня и узнаешь. Какой? Будем освобождать? Интриган, ну ты решай. Я вообще хотел мимо пройти этого эпизода. Ну, сделаем контент. Не-не-не. А я уж думал, что он это... Магаком... Давай, делай, что хотела. Делать что? Что, превращайся в медведя, насилуй его. Это ты нажал. Я не могу нажать. А. Компенсацию, да? Давай делать что, спросим. А, давай. А я вообще... А, требовать денег? Works, yes? Так ведь? Да, гони сюда моего награждения. Прямо как по учебнику. У тебя куртка херенная. Нормальная, да. Рюкзак гоблин, поймали меня из-за его веса. А где рюкзак-то лысый? Он где-то его потерял. Далеко ты забрался. Так, короче, он говорит, что не все глубинные гномы где-то там живут. Он вообще похож больше на какого-то загорелого старого тунисца, облысевшего. Ну, все понятно. Тут... Народный герой. Ничего интересного. Надо рюкзак поискать. Еще раз сохранимся. Да. Ну что, зато мы поняли, что больше... Задранная овца. Не стоит подходить, когда у тебя уже один раз что-то получилось. Так, а я спрыгнул в какой-то... Подожди. Фигню. Плетеная корзина. Так, а что тут у нас еще есть? Какой-то подвал. Открыть. Тяжелый светоскоростные сапоги нашел. Нифига себе. Синие. Ну-ка, что-то светоскоростные сапоги. А, совершив в бою рывок, владелец накапливает 3 заряда молнии. Неплохо. Вот попробуем. Хорошие. Так, экипировать, да? О, и они красиво светятся еще. Так, а где рюкзак этого? Этой гадины. Мешок из рогожи. Ну-ка. Неблагородная шляпа. Обидно. Так, мы нашли сарай, из которого доносится гортанный рев. Подожди, не открывай! Там, по-моему, кто-то очень хорошо проводит время. Вдруг я как друид смогу что-то там это... Я бегу. Мы обещали контент. Я уже бегу, да-да-да. Хороший, после которого можно уже заканчивать все. Ты будешь спрашивать или сразу откроешь? Нет-нет. Сейчас. Я тебя жду. Беги, Сергей, у тебя... Что, как, ты предлагаешь спросить или сразу не спрашивать? Нет, по-моему, за ветхим... тебе не сюда. Нет? Мне кажется. Так, только не начни битву там. Да, я вот тоже за это переживаю. Да не надо, убегай просто. Главное, не наступи на него. А, вот вы где. Да-да. Здравствуйте. Ну что? Открыть. Давай загрузим все-таки это. Загрузимся. Люди хотят посмотреть на это. Прибегает друид, блядь.
что они там? А он успел достать булаву свою, да. А она успела тоже что-то достать. Ребят, для вас мы загрузимся, покажем все-таки. Ой, блядь. Я просто хотел, знаешь что, я думал, может быть... Да. Вот что за игра? Она просто как это, как настоящая ДНД отыгрывает всю фигню. Это типа, когда вы нашли, я такой, открыть! На вас напали! Да ё-моё! Ну нет бы послушать, что... Так я хотел подойти и думаю, о, так можно все открывать, значит, уже можно заходить. Все в порядке. Ой. Да. Да. А нам надо было послушать или тоже сразу открывать? Наверное, тоже надо было послушать сперва. Да, нам теперь... Это мельница, ага. Сейчас. Вот сюда. Так, и налево. Да, вот ты пробегал этого спящего человечка. Вот он, сарай. Я думаю, интересно, вот этот друид открой к ним? Давай, присоединиться. Сейчас попробуем, давай. Присоединиться, да. Подожди, я сохранюсь? Давай. Прямо перед этим моментом. Гортанный рев. Не, слушать. Я тяжелым из двери. Кто-то хорошо протяжно проводит время. Ой, я не могу слушать, прикинь. Ну да, вот поэтому, может, я и открыл. Так, надо спросить ей, тут есть кто-нибудь. Ну, решай, ты друид. Я думаю, ты найдешь. Проваливай. Оп. Вот, ребята. Огромный то ради чего? Гох. Да. А вот я так не хотели, могу вот смотреть. Так шумели. А, вот, слушай, теперь могу. Ага. Да какого хрена? Ты, наверное, какой-то нехаризматичный чувачок. Смотри, как делается это. Как открывается дверь. Во-первых, не надо стучать. Я же спросил, типа, этого, и хочу к вам присоединиться. А они сразу, ну это... Не понимаю, что игра как-то против, как будто, знаете, против друидов настроена, в частности, против полуросликов. Скорее всего, в этом дело, да. Не хочу играть в настоящие ДНД. Они должны были сказать, ты ростом не вышел. Сергей, рост недостаточный. Там, он мог там где-то там лежать и что-то еще там лизать, сопеть. Вполне. Давай попробуем от тебя. Слушать я ничего не буду. О, вот. Я сразу буду открывать. Не лезь, иди нахер. А, вот она предупреждает, а тебя не предупреждал. Ага. Все равно. Ну вот, теперь во всей красе. Так и было. Да. Так, сейчас будет выбор. А, ну вот. Смотри, у меня есть бард убеждений. Не останавливайтесь. Я знаю, книжный клавчик неплохо заплатит за описание. А есть еще что-то? Нет. Медленно попятится. Ну да, вот, есть убеждение. На 15 всего лишь. И выпало 9. Фух. Добили. Харизмой. Хочешь сказать другим о моих мужских победах? Знавал я победителей по мужикастие. Ну какая, смотри. Да, сочная, сочная. Да я в любви тигр. Я тигр. Ну все, кранты романтики. Облобали весь настрой коздурага. Пошли от этого грушек. Да. Доминантная какая самка. И волосы хорошие. Да. Видишь, можно без боя все решить. А у него 18. А у Будхир 41. Мы бы, конечно, заманались ее убивать. Да почему? У нас он тоже 56 в этой, у тебя 48 у самого. Нормально. Ну что, на сегодня хватит нам битв случайных. Сохранимся. Было очень весело.
Мы наконец-то нашли тот сарай, да, где ебался Грушек. Подписывайтесь, приходите на стримы, чтобы не пропустить, какие еще у нас битвы втянет друид. Да, друид тут, конечно, в основном просто врывается в бой без разбора, без каких-то диалогов. И сможет ли Барт как-то разрулить эту ситуацию? Мало того, игра позволяет ему это делать. Да, прям сразу так. Да, пожалуйста, убивай. Игра очень нелинейная, очень внезапная, интересная, необычная. Все, спасибо. До новых встреч. Да, ну друид.